Тем временем больше 230 тонн гуманитарной помощи собрали волонтеры Алматинской области для жителей западных регионов, пострадавших от паводков. В ЗКО и Атырауской области в общей сложности доставили 170 тонн груза. В пути находится еще 60 тонн с товарами первой необходимости. Также была организована работа по учебно-оздоровительному досугу 170 учащихся из подтопленных регионов. Помимо этого, отправлена 171 единица спецтехники для борьбы с паводками. Это погрузочная, инженерная, грузовая техника, водовозы и моторные лодки.